Привет, дорогие друзья, с вами Теспи, и я зашел на RP Live сервер. Да. Многие меня просили, почему-то мне это очень странно, но почему-то меня многие просили зайти именно на RP Live сервер. Под обычным сталкером вообще везде писали, зайди, попробуй другой RP сервер. И вот я зашел на русский RP Live сервер. У нас тут все на русском, даже карта, смотрите, полностью на русском. Шахта, фалька, лесопилка. Я тут немножко почитал правила, и получается, чтобы выехать из этого города, нам сначала нужно купить паспорт. А если мы выйдем из города без паспорта, то нам дадут бан на целых 10 дней. Это такое себе, не будем нарушать правила, будем действовать. Если вы захотите поиграть вместе со мной, то айпишники оставлю в описании, без проблем можете зайти. Оставлю ссылку на группу, там можете почитать правила этого сервера, чтобы не тупить. Там небольшой даже гайд для новичков, с которым я ознакомился. Как я понимаю, это у нас первый NPC, с которым нам надо поговорить. Давайте приступим к диалогу. Привет, пока. Так, ну ладно, давай поговорим. Медик говорит нам привет, я спрашиваю, как у тебя дела, братишка? Преступность повышается, живых людей уменьшается. Замечательный диалог, очень крутой. Это плохо. А, я думал, это хорошо. Так, привет, снова со мной здороваешься, да? Сейчас можно купить медикаменты, да? К сожалению, медикаменты у тебя стоят очень дорого, и иди ты в задницу. Мне пока что ничего это не нужно. Так, стоп, у меня почему-то включился режим Home. Отключился, все замечательно. Почему-то вот когда я с ним заговорил, включился режим Home. Это у нас, как я понял, ссылка на группу, да. Так, у нас тут автобус, и что, автобус нас куда-то повезет? Так, автобус, а куда-то направляется автобус, можно узнать? Почему-то никто со мной не говорит, какой-то очень тихий. Так, давай мы немножко потише сделаем. Ой, погромче. Так, мы не в другой город здесь едем. Стоп, а мне нельзя в другой город. Подожди, стоп. У меня нету паспорта. В другой город нельзя. В другой город. Шахта находится на этом континенте. А, ты ведешь. А я понял, мы на работу едем, да? Я просто, ну, недавно прибыл в этот город, решил начать свою жизнь заново, и думаю, я тут свою жизнь изменю. Да, ребята, я уже совершеннолетний, мне надо как-то зарабатывать на жизнь и... Да, мне, пожалуй, уже на этой остановке надо выходить. Счастливой дороги. Слушай, может мне тоже водителем поработать, так? Попробуем, шахта. Нас, мы приехали на шахту на автобусе, прикольно, интересно. Посмотрим, наша задача, как я понял, добывать какие-нибудь... Было бы круто, если бы мы добывали какие-нибудь алмазы, да? Алмазы и продавали их, но мы тут, скорее всего, будем добывать железо. Слушай, парень, ты меня слышишь? А не подскажешь, где можно прикупить кирку? Иди за мной. Так, отлично, у нас тут даже полицейский где-то. Опа, мафия! Сейчас обьют, аккуратно! Чё такое? Чё происходит? Твою мать! Чё такое? Ёп! Полицейские! Полицейский сработал хорошо. Так, а давай мы под шумок заберем металл, ведь получается мы на это можем заработать. Все-таки не пропадать же добру. Так, полицейский. Да, мы целы. Спасибо, уважаемый полицейский. А вам нужны понятые для... мен что-то? О, смотри. Мы можем купить кирку. Мы продали металл, который нашли. Я знаю, как нам надо работать. Я знаю, как нам надо работать. Так. Так, давай. Давай. Так. Слушай. Я могу вот так вот. У меня только это, очень мало места почему-то. Тут вначале дается кит-старт, но, к сожалению, никакой одежды нету. Одежды на мне только вот кастомные, это скины.
Так, идем дальше. Слушай, а что ты у нас можешь? Тут очень приятно то, что все на русском. Я видел RP Live сервера, и там было все на английском. Ты у нас тоже продаешь. Смотрите, у нас реально... Это получается, скорее всего, эта карта от именно этого сервера. Почему-то нету этого... Таблички, которая не табличка, вот лицо у нас изменяется, когда мы попадаем. Почему-то этого нету. Я вот не знаю. А, ну да, смотри. Реально. Так, ты чего? Ты иди сюда. Ты прикольнявщик. Так. Фига там металла. Не надо туда добраться. Фига тут. Так, я иду в карьер. О, сколько тут можно его добывать. Но я не знаю, сколько... я нашел штаны. А, нет, это не штаны, это металл. Так, может, я его так найду тут? Блин, не знаю, ребята, это как-то очень долго, мне кажется. Ну, работа есть работа. Сразу пришел зарабатывать деньги, не терять время попросту. Тут есть своя изюминка даже. Вот когда я вот так вот буду рубить металл? Вот когда? На РП выживание? Ой, на РП выживание. Просто на выживание, нет? Кстати, это можно назвать РП выживанием, и ведь можно представить, что я какой-нибудь там студент, да, который пытается найти себе пропитание, вообще, ну ничего. Что мне делать? Я пытаюсь выжить как могу. Так. А у меня, наверное, уже скоро места не будет. Так. А уже, слушай, уже места нету. У меня даже вот есть банкноты, которые я не продал. Где-то в городе, наверное, есть банк, где я могу продать, собственно, банкноты. Так, обмен. Давай мне, пожалуйста, деньги. Тут получается одна единица опыта равна одному доллару. Вот так вот у нас тут сделано. Так, давай там заберем наш металл. Кропально добытый. Так. Смотрите, чтобы нам приобрести паспорт, я читал вот в правилах сервера, нам надо именно подойти к админу, к полицейскому. Ну или просто к полицейскому. Или к админу, к полицейскому. Нет, надо, скорее всего, к админу, он нам выдает паспорт. Паспорт где-то стоит 20 единиц. Ну слушай, я думал, даже дольше будет как-то добываться металл. Металл добывается достаточно быстро. Так. И карта, не знаю, ребят, мне карта очень приятная, немножко похожа, ну это ванильная, ванильная у нас карта. Эй, стоп. Уже забил инвентарь, как тут все реально очень быстро добывается, я уже бегу быстрее продаваться, наверное. Ой, я не знаю, что мне дальше делать, я не помню. Там советы были для начинающих, вроде рыбалка какая-то, надо купить удочку, но удочка у нас стоит дорого. Нам вроде бы советовали вернуться обратно в город и купить еды, пропитание хоть какое, чтобы выжить. Реально какое-то РП выживание, друзья. Назову даже так серию. Выживание на РП сервере. Так. Ребят, если вам нравится РП сервер, то обязательно ставьте лайк, чтобы я знал, потому что... Если вы не оцениваете лайком, то ну, и продолжать даже не хочется такую вот рубрику. А если вы ставите, то я обязательно. Я читаю и все ваши комментарии, так что если вы пишете, знаете, я ваш комментарий лицезрею. Я всегда читаю и отвечаю на адекватные комментарии, которые несут какую-то смысловую нагрузку, как правило. Так, ну ты посмотри, нету места. Может познакомиться с этим уважаемым человеком, который... работает вместе с нами, надо бы спросить, где он добыл такую замечательную одежду военного. Так, потому что у меня одежды такой, к сожалению, нету. Так. Вот мой металл. Как работёрка? Все хорошо. А у тебя как? Да, нормально. Вот захотел подзаработать немного. Ну, мы как бы с тобой сотрудники, да, одной компании, как бы сказать, машину. Ну, я даже не знаю, как это называется. Да. Как тебя зовут вообще? Я? Да, как тебя зовут? Ну, я подрабатываю, я как бы еще воен... Не-не-не-не-не, как тебя зовут? Имя твое? А, меня, тьфу ты. Никита зовут. Черницкий. О, Никитос, окей. Меня Колян зовут. Ага, очень приятно.
Ну чё, давай продолжать работать. Вот я не знаю, сколько вообще, но ты, я вижу, опытный уже где-то прикупил одежду. А, кстати, сколько она стоит, Да одежда-то? нет, я же как бы военный. А, блин, а ты не подскажешь, где можно купить одежду? Просто у меня как бы, ну, карманчики нужны там складывать Одежду, да, шоколадки. без проблем. В городе есть аж два магазина. Отлично. А по ценникам что-нибудь подскажешь? Ну, примерно 150 и 200. Ну, у меня 160 долларов. Ну, только на эту, на кофту хватит. Блин, что-то дорого как-то. Дорогая у вас одежда в городе. Да. Приехал в город, думал, ну, блин, разбогатеть, но тут я разорюсь на одежде. Приехал весь голый, у меня тут еще котей прыгает по креслу. Ну, нищет просто. Но здесь есть много хороших оплаченных работ. Фермер, рыбалка. А чё военный? Ты как бы по-черному зарабатываешь, тебе же должны там платить, ты же военный, как бы. Ну как бы. Тебе денег не хватает, что ли? Так, и же подрабатываю немного. Налоги платим, чтобы тебе платили зарплату, ты еще по-черному работаешь. Ага. Возьмем. Он не заметил. Так, у нас уже, кстати, забит инвентарь. А, идем, идем, идем. Так, идем продаваться к черному. Почему мы работаем на черного человека? Я не расист, господа, но это выглядит странно. Я не расист. Давайте немножко подзаработаем. Нам нужна там еда, нам нужна одежда. С одеждой будет куда проще, может быть, там автобус подоспеет. Так. Никитос, ты где? Никита, а ты не знаешь, через сколько автобус обратно в город будет ехать? Ну, я там не разбираюсь. Я на машине своей езжу. Ой, ничего себе. А можешь меня подвезти? Да, она на военной базе сейчас. А, блин, ну ладно. Так, ну, к сожалению, подвести нас не смогут. Ну, вот такая вот у нас РП-серия. Буду вам показывать эту всю добычу. Пока что, ну, пока что вырезать не буду, потому что, ну, зачем? Минимум монтажа у нас будет. Добыча, 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 чтобы вы видели то, что я ничего не прописываю, хотя у меня даже админки нет. На сервере у нас 11 человек и всего 24 слота. 24 слота. Я почему опять забился под фул? Ну ты посмотри. Так, идем обратно продаваться. Места у нас, к сожалению, очень мало. Ну, раз уж если автобуса не будет, то пойдем пешком. Угу. Пересекать границы без паспорта запрещено. Да, о чем я уже говорил ранее, пересекать границу без паспорта нельзя. Граница это у нас перейти мост. На карте вроде бы три города. Каждый город там чем-то своим уникальным должен отличаться, я так думаю. Но обязательно исследуем, как только мы купим машинку. Потому что на пешком как-то такое себе передвигаться. И, как я понял, автобус у нас возит вообще во все города. Ну, тут смотри, куча домов каких-то, но мы туда не пойдем, потому что нам это пока не интересно. Наша задача заработать. На первое время. О, так, так, так. Так. О, сколько металла. Все, опять забито. И давайте сейчас я уже отправлюсь обратно в город. Поработал я на славу. Поработал я хорошо. Ну что, Никита, я, пожалуй, уже отправлюсь в город, а ты, если хочешь, оставайся тут. Так, обмен. Да я сейчас уже тоже буду идти. Ну, пошли тогда вместе, я уже иду. Пошли. Ну что, как там житейка, что тут вообще, ну, что нового-то тут вообще происходит, что интересного да тут? Ничего. У нас задание привозить такие материалы. ТНТ, вот. Ага. Очень опасная работенка. А кто-нибудь уберет эту машину отсюда? Ну, как бы, она тут горит. Без понятия. Кстати, прикольно Можете сделать брать... машинка О, модовская. автобус едет. Осторожно. О, автобус, автобус.
Водитель, можно спросить вас? Да. Вы в город едете? Да, в сторону десятки. Отлично, отлично. Я подъеду до города. Надо бы там вот уже подъехать. Так, собственно, нас отсюда забирают с работы автобус. Смотрите, прикольно, да? Автобус возят. Так, а куда мы сейчас едем? Ага, мы разворачиваемся. У нас тут интересный такой разворот. Надо бы вот, если меня смотрят создатели этой карты, надо бы сделать, если вот сюда заезжает автобус, надо бы сделать вот такой вот круговой, круговую дорогу, чтобы автобус мог нормально разворачиваться. Вот так вот сдавать это все-таки не очень. И круговой разворот такой прикольный был. Что еще раз? Как я остановись, пожалуйста, здесь. Я не понял. Чё водитель сказал? Ладно, он что-то молчит. Я хочу приобрести в чате. У нас пока что ничего такого нету. Есть вопросы, спросите у полицейского. Так, а собственно у нас должна быть где-то остановка. Так, он еще. Вы один. Вы не желаете проехать на лесопилку? Там заработка больше в нашем городе. Мне бы это на остановку. Я попозже на лесопилку. Так. И где у нас тут остановка-то? Так. Все, выходим. Так, давай посмотрим, где у нас тут. Что мне надо? Что мне нужно? Надо купить покушать? В кафешку какую-нибудь зайти. Это у нас магазин одежды. Ну нет, пока магазин одежды мне не нужен, мне бы найти кафешку какую-нибудь, где можно купить поесть. Big Echo Food. Интересно. Это что такое? Кафешка. Да, у нас кафешка, я нашел кафешку. Привет, как тебя зовут? Кафешка, привет. Меня зовут Юрочка. О, здорово, меня Колян зовут. Да, спасибо. Что спасибо? Ты вообще в порядке? Под кайфом, походу, пацан. А как дела идут? Еды хватает, замечательно. Это хорошо. Привет, купить. Так, собственно, ну, еды у тебя хватает, но ассортимент у тебя какой-то такой себе плачевный. Еда у тебя дорогая. Бутылка воды стоит $34. Это что, боржоми в бутылке из, там, я не знаю, золотая чаша там? Не золотая бутылка, да? Потому что как-то очень дорого. Сок тоже $34 стоит. Но это вообще какой-то ужас. Ну, ты посмотри, что происходит. Как они жмут цены-то. Ладно, купим. Купим покушать и все. Так, почему-то у меня хом включается, все, сейчас нормально. А так, в косы. Надо бы зайти в косы, купить одежды. Так, привет. Так, как идут дела у тебя? Людям хочется хорошо одеваться. Это хорошо. Привет, купить. Так, я могу купить... могу спортивки. Вот это 1000 баксов стоит. 1000 баксов. 2000 баксов. Я... Что-то очень дорого, мне кажется. Какие тут цены? Это просто жуть. Мне не хватит. У меня всего $193. Я и не ожидал таких цен. Мне не хватает. Так, давай зайдем во второй магазин. Потому что, ну, это какая-то просто... Какой-то пипец. Это какой-то пипец по ценам. Это ужас. Подождите буквально минуту, уважаемые. Так, здесь подождут меня. А как идут дела? Люди покупают одежду. Замечательный диалог. Купить. Опа, ну тут более-менее. Ну тут более-менее адекватный магазин для нормальных, для студента. Там это секонд-хенд у нас, походу. Так, $123, может еще что-нибудь смогу купить. Майку могу купить, майку. 120 свитер. Ну, давай я... А нет, не буду покупать свитер, потому что знаешь что? 80 майка. 150. Давай оранжевую маечку куплю. Надеюсь, мне там хватит на что-то, чтобы рубить дерево. Мне там пилу какую-то или топор дадут.
да? Давайте сядем в автобус, и все, я сел в автобус. Давайте мы... Опа. Ты посмотри. Стоп, 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 остановите, пожалуйста. Стоп, 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 остановите. Я там оставил, получается, свою майку за $80, которую купил. Парень, отдай мою майку, ты забрал мою майку, отдай мою майку. Ты что сделал-то, вор? А, ну красава. Все, отлично. Он хотел убежать в моей майке. Спасибо водителю большое, то, что он меня подождал, это очень приятно, на самом-то деле. Так, куда мы сейчас отправляемся? Что же нас ждет, игрок Грег Кобальт, Юрий? Смотрите, у нас 5 человек едет, 6 человек едет в автобусе. При том, что это половина сервера у нас в автобусе едет, половина сервера пытаются выбраться из этой глуши, из этого города, из города Фалька. Город Реликс, у нас военная база, можно будет поработать на военной базе. Дрю Тоуэн, рыбачий стан. Все, мы спасибо. Да, спасибо, мы приехали. Так, здорово, привет, как идут дела? Людям нужна древесина. Здорово, здорово-то как. Топор 150. Просто ужас, просто ужас, ужасно, до невозможности, просто эти цены. Кстати, на древесине можно еще больше заработать денег, но, к сожалению, мне нужно обратно на добыть немножко металла, потому что киркой добывать это такое себе дерево. Подождите, автобус, автобус, автобус. Я возьмите меня, пожалуйста, спасибо. А почему тут закрыто? Закрыто стало. Откройте, пожалуйста, двери. О, простите, захлопнули дверь. Мне бы это обратно на добычу, на шахту. Так, смотрите, 150 получается у нас стоит, 150, и плюс нам надо скрафтить пилу. Сейчас. А тут можно крафтить пилу или ее надо покупать? Тут ее толком-то и нет. Ну, можно ее скрафтить из металла пилу. Именно пилу. Понимаешь? Ну, вроде как, да, но я точно не знаю, что. Но крафтить можно? Самому там, ну, я вот, ой, я мастер на все руки, у меня там золотые ручки, я могу себе там из пары кусков металла сделать пилу. Возможно. Ну, этого в правилах не написано, я, пожалуй, себе сделаю пилу, пожалуй. Так, у меня есть еда, у меня есть вода, так что на первое время мне еще хватит. Так, ну, мы сейчас снова едем добывать металл, это я вам уже подредактирую, мне там нужно буквально 150 металла, чтобы я смог уже пойти на более такие хорошие заработки, на заработки древесины. Так, ну фига там тебя заносит-то, фига там тебя заносит. У нас тут голые люди сидят, да, но меня это совершенно не смущает. Так, давай мы всем покажем, какая у меня одежда. Вот обычная одежда обычного рабочего. Так. Все, мы, собственно, вышли. Снова идем добывать металл, потому что это реально, на самое первое время это обязательно надо делать. Без этого никак. Ну, я рублю как сумасшедший просто, как сумасшедший работаю просто. Ну, ты посмотри. Целый день на этой шахте, и совсем скоро уже пойду продаваться. Да. Вот так вот, там черный рабочий стоит, ждет, пока мы ему принесем. Сколько мне? Ну, давай уже принесем продаваться. У нас тут внутри. Интересно, очень интересно, тут есть у нас где подбывать? Скорее всего, нету. Скорее всего, тут ни хренашеньки нету. Так. Обмен. Так, 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 так. Так, 30 штук. 30 штук, и может быть, сколько мы нафармим. Так, 100... Ах, не хватает немножко.
Ребят, если вам есть что мне посоветовать насчет каких-нибудь лазеек, которые тут есть, то обязательно пишите мне в комментариях. Сейчас я себе скрафчу пилу. Так, Нет, смотри, крафтить тут нельзя. К сожалению, крафтить тут нельзя. Я просрал себе, походу, немножко металла. Жаль. Крафтить тут нельзя, и пилу мы не сделаем. А так можно было очень много веточек продавать и получать с веточек уже... получать с веточек очень много денег с помощью пилы. Там очень много будет получаться, но, к сожалению, мы не сможем. Сейчас мы... поедем на лесопилку и будем там уже работать. Все. Таксист хочет меня за бесплатно подвезти, но вроде бы так нельзя по РПшечке. Но если он меня хочет подвезти, ну чё мне не пользоваться этим моментом-то? Так, 175, все замечательно. Нормально, много людей приезжает в город, чем больше людей, тем меньше, тем больше металла, это очень прибыльно. Давай, все, пока, иди ты в жопу, я тебе тут деньги помогаю заработать, так? Ну что, будем идти пешком, к сожалению, потому что автобуса у нас нету, мы будем идти на лесопилку. Тут еще до сих пор горит эта машина, ну ты посмотри. Так, мы сможем залезть сюда? Вот интересно, нет, к сожалению, мы не сможем. Так, просто тогда уже идем пешком. У меня денег мало, сколько вы возьмете за поездку? Он предлагает мне меня подвезти. Так. $10. А, у меня есть $10, давай, поехали. Меня, пожалуйста, на лесопилку. Только все отлично. На лесопилку. Все, мы едем. $10 за поездку. Считаю это нормальной ценой. Тем более, тут еда, блин, стоит $30. А тут 10 хочет за поездку. Это считаю за бесплатно, меня везут. Так. Главное не попасть в ДТП. Ведь тут очень такая опасная. Очень много машин, очень легко врезаться. Ну, блин, ну реально, очень опасно ехать. ДТП очень просто попасть. Так. Нифига себе, где ты так научился водить? Офигеть просто. Хардвер есть, а что там интересно? Надо будет зайти в хардвер. Да, тут у нас вовсю добывает сейчас дерево. Дровосеки. Так. Так, вот. Вот ваши $10, забирайте. Все, спасибо, удачи. Так. Так, что мы можем все купить? Все, отлично, у нас есть топор. Слава богу. Так, это давай на второй слой, чтобы ты не тратил нам место. И пошли уже рубить деревья. Рубить лучше березы. Рубить лучше березы, потому что их легче всего срубить. Удивление. Так. Да, действительно, тут нету метки, то что ты попадаешь. Вот просто прицел не изменяется. Так. Отлично. Дальше мы продолжаем рубить. Уже темнеет, мы работаем с... Да ночью самое, ну ты посмотри. Просто зарабатываем денежку. Просто зарабатываем деньги. Рубим деревья, рубим. Не знаю, почему... Николай, извините. Да? Не подскажете, по какому маршруту едет этот автобус? Мне просто кое-куда надо. Какой автобус? Ну, мне бы надо там, ну... к рыбачьему местечку. Ой, я не знаю, по какому маршруту там едет автобус. Я тут новенький в городе. К сожалению, извини, не помог. Ну, не знаю. Ладно, ничего.
Так, продолжаем рубить. Не помогли мы парню, но, скорее всего, там автобус едет в город. Ребят, вы, наверное, заметили то, что админы тут сделали утро. Это я попросил админов, я с ними знаком. Потому что все-таки это русский сервер, да? Русский РП-сервер. И, наверное, это первый русский РП-сервер лайв с NPC-игроками, которые говорят на русском, и все тут на русском. Я попросил админов, чтобы ночью тут не было, потому что, ну, для вас это будет куда приятнее для глаза, ведь, ну, что такое, если я буду снимать ночью? Ну, что это ж, ну, не очень. Тем более, там, YouTube еще сделает еще темнее, просто вы будете смотреть в черный экран. Ну, конечно, вы не будете, я осветлю вам, но качество из-за этого немножко теряется, и это неприятно. Сейчас можно пойти продаться к нашему замечательному человеку, которую у нас купит по 4 штуки за единицу. Вроде бы металл у нас покупают за 3. Так. Лесоруб, классно у тебя имя. Так, давай мы тебе продадим. Ага, ага. Так. Отлично. Давай мы сейчас после такого тяжелого рабочего дня перекусим. Так, бэнг-бэнг. Нет, мне не нужна сейчас ваши услуги. Не нужны ваши услуги, я еще работаю. Здравствуйте, а не подскажете, где тут можно порыбачить? Здравствуй, у тебя паспорт есть? У меня? Да, паспорт у тебя есть? Надо купить. Где полицейский? Полицейский в городе. Короче, покупаешь паспорт, и после этого ты можешь уезжать в другие города. В других городах уже можно рыбачить. Ага. А как тебя зовут? Стас. О, круто. Меня Коля зовут. Очень приятно. А где ты портфельчик такой купил? Тоже в другом городе. Да, смотри, вот видишь, у меня очень крутой портфель. Видишь, он красненький такой, гламурный, со стразиками. Элитный. И такой портфель, он оригинальный и единственный. Такого больше нету. А я хочу, чтобы ты меня ударил топором. Да-да? Я хочу, чтобы ты меня ударил топором по голове. Нет, я вас не буду бить, потому что вы таксист. Ну, пожалуйста, ударь, я тебя прошу, ударь меня топором. Нет, нет, до свидания. Я пошел в город. Я тебе дам денег, если ты меня ударишь топором. Я тебе дам удочку. Я тебя отвезу на работу, если ты меня ударишь топором. Он мне решил подарок сделать, удочку. Да не... Не надо таких подарков, ну чё ты? Ну чё ты, зачем, зачем? Ты хочешь засветиться на видосе? Хочешь засветиться? Парень хочет засветиться на видосе. Он пытается мне подарки дать, но эти подарки я не принимаю, потому что из этого теряется весь интерес. Ну, если вам все дают, какой в этом интерес, ребята? Какой в этом интерес, если вам просто все на удочке, просто на удочке, в подарочках, но переносит просто. Ну, зачем это? Парень хочет засветиться, и я с удовольствием его засвечу. Можешь передать привет, на тебя сейчас смотрят мои подписчики на видео. Давай, 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 старайся. Помахай там рукой, я не знаю, что-нибудь сделай. Давай, давай, старайся. Посмотрите, что он сделал, он махнул рукой. Охренеть. Вот это да, красавчик. Все, иди работай. Передаю привет банде Крипс. Окей. Окей, написал, передаю привет. Все, ты, я надеюсь, доволен будешь. Так что все, все будет хорошо. Продолжаем рубить. Он меня спрашивает, а ты не обманешь меня? Ты там случайно меня не обманешь? Да нет, ты все не обманешь. Чем мне обманывать от тебя? Зачем мне это делать? Ну зачем? Спускаемся мы все дальше, надеюсь, то, что мы там какой-то город или что вообще, непонятно. Посмотрим, у нас тут город или что. Да, это у нас... А слушай, мне даже такси не надо, я пешком дойду до города. Зачем? Зачем мне такси? У нас полицейский, надеюсь, на сервере. Да, полицейский Василий Сидоров у нас есть. Возможно, я у него смогу купить.
паспорт. Мне нужно будет купить паспорт. Паспорт у нас выдается за деньги. У нас коррупция, ребят. Коррупция. Так. Сколько у нас? Ну, паспорт не хватает. Он стоит, блин, 200 единиц. Ну, давай, смотри. Мне придется еще порубить деревья. Вот такая вот у нас работенка. Мы рубим, зарабатываем себе деньги на пропитание. Потом посмотрим, как зарабатывают у нас военные, как зарабатывают у нас другие ребята. Что вообще тут происходит на других городах? Какая там есть одежда? Так. Надо будет еще, конечно, купить дом. Как же без дома-то? Ну, пока что мне дом не нужен. Я могу пожить и на вокзале. Зачем мне дом? Ну, я еще нафармил себе. Я думаю, мне этого хватит. То, что я сейчас, вы увидите, сколько у меня там всего. Сейчас добегу до уважаемого человека, который у нас покупает веточки. Не знаю, зачем ему веточки. Пускай, я не знаю, сколько кустиков сорвет. Зачем ему столько веток? Куда ему? Смотри, сколько у тебя древесины ты за спиной. Ого, какой-то милый-то чувак. Молодой человек. Так, ну, отлично. Мне этого должно хватить. Все, пока, пока, покедово. Пойду я пешком в город, потопаю, подрапаю. Так, у нас тут кто-то бегает тоже, добывает древесину. Бегут продаваться быстрее, быстрее продаваться. Время – деньги, как говорится. Время играет против нас злую шутку, ведь мы голодаем, мы хотим и кушать, и пить. И из этого мы торопимся. Кирка у меня за спиной. Вот такой вот я работяга в оранжевой футболке. Оранжевый цвет мне очень нравится. Оранжевый мой один из любимых цветов. Замечательный цвет. Надо будет найти в городе банк. Да, надо будет найти в городе банк. Наверное, мне надо обменять деньги. Хардвер. Так. Посмотрим. Да, смотри, сюда можно зайти, у нас кто-то есть. А, продавец материалов, привет. Как идут дела? Отлично, у нас лучшая мебель. Это хорошо. А, так, сейфы, это санбеги. Понятно, бывает, короче. Так, а где у нас банк? Где у нас банк? Что у нас тут на табличке написано? Ничего. Элиза. Так, какой-то элитный дом. Элитный дом. Так, вот он у нас банк. Мне надо купить $200. Так. Обмен валют. Как идут дела? Нормально. В городе, в город приезжают новые люди. Это хорошо. У нас ответ на все. Это хорошо. Один и тот же. Так, давай мы. Так, $100 мы купили, еще $100 мы купили. Все, у нас есть $200. Мы теперь можем продать. Собственно, полицейский у нас тут есть. Уважаемый полицейский. Генерал, капитан, сержант, полиция. Так, снова у меня почему-то включился хоум, не знаю, это проблема с NPC. Сейчас какая-то, давайте мы сейчас еще раз, так, все. А, полицейский у нас на сервере есть. Да, полицейский участок. А, я вижу полицейского, так. А, полицейский. Уважаемый полицейский. Я бы хотел приобрести паспорт. Паспорт $200. Угу. $200. Окей. У меня есть $200. Так, давайте мы скинем. Отлично. И где наш паспорт? Меня зовут Николай Теспи. Угу. Нифига он бьется с Тигрус. Офигеть. Ребята в черной одежде, реально какой-то клан, походу.
вместе играют ребята. Так, ждем, пока нам оформят паспорт, уважаемые полицейские. Так. Я бы присел, наверное, на стульчик тут. Так, заполнять что-то на компьютере. Ну ты посмотри. Так. Николай Теспи меня зовут. Угу. Заполните. Так, можем побаловаться тут. Так. Я бы тоже присел куда-нибудь. Давайте я присяду на генератор. Блин, тоже хочу посидеть. Паспорт выдан. Паспорт выдан. Так. Где? Где он? Он хранится в базе данных. А, собственно... А мне, может, на руки какой-то, ну, бумажку, чтобы, ну, типа, у меня паспорт, чтобы я мог его предъявить?